Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о поэтапном приравнивании минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума. Уже с 1 января 2018 года минимальная зарплата будет составлять 85% от величины прожиточного минимума – 9,5 тысяч рублей. Начиная с 2019 года уже будет полный размер величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года. Собственно, сам закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Во втором чтении будем рассматривать в том числе проекты нормативно-правовой базы.